Привет, мои дорогие! Сегодня у меня уже было много событий. Я была на тренировке, на танцах, в бассейне и на массаже лица. Сегодняшний день я завершаю в гостях у своей подруги Натальи. Привет! Мы решили напечь блинов, порепетировать. Да, поскольку уже все Новые года закончились. Поэтому да. Мы уже к Масленице начинаем готовиться. Я первый раз вижу в деле блинницу электрическую. Электроблинница, да. Да, да. Вот мне было очень интересно, как это все работает. И вот так вот все получается. Ну вот мы вот уже первые блинчики испекли, они да. Комом у нас. Да. Да. Вот сейчас будем пробовать. И мне очень тоже все понравилось, короче говоря. Буду приобретать завтра. Уже нашла на Озоне с 50% скидкой, приглядела, так что буду брать. Очень хороший результат. Сама люблю блины, дети любят. И сегодня, 25 января, Татьянин день. Поздравляю всех Татьян с именинами, всех студентов, с днём студента поздравляем. Да, Наташ? Наташа? Да, мы все вечные студенты, как и Плохина да, из Вишневого да. сада. Мы все... Всегда чему-нибудь учимся, постоянно. Но так, в принципе, и должно быть, чтобы мы всегда всему учились. Но мы все студенты, где-то когда-то что-то заканчивали, поэтому всех с праздником. И нас в том числе с Мариной. Да, да, так что и наш тоже праздник. Так что мы пойдем пробовать блины. Люблю вас, всех целую. И помните, в 40 лет жизнь только начинается.